Привет, друзья! Погуляла с Зарой, пришла с улички и решила вам показать, какой у меня есть прекрасный напиток. Называется он латте куркума. Только я пересыпала в эту баночку, он был в такой коробочке. Я очень-то не помню состав, но основной ингредиент здесь куркума. И нужно его готовить на молоке. Вот у меня такая турка. Налила в нее молочка. Не знаю, как у меня тут получится одной рукой вам показать. Огонь кругом, горячо. Так, чуть поменьше огонек. А то шумит. Так. Берем немножко сахарка. Маленькую ложечку. Всыпаем молочко. И берем десертную ложку или две чайных этого прекрасного напитка. И всыпаем в турку. И размешиваем. Размешиваем. Ой, горячо в пальце. Надо еще поменьшить огонек, размешать. Потом побольше. Ой, неудобно. Левой рукой держать телефон и размешивать. Если кто-то захочет себе купить такой напиток, то он продается в отделе «Здоровое питание», по-моему. Это мне как-то купила моя Алена. Я его первое время прям каждое утро пила. Такая вкуснятина. А потом что-то подзабыла. А сейчас пришла с улицы. Замерзла. Морозище. Зара набегалась. Кстати, у собак тоже морозом проблемы. Вот этот снег примерзает прям там, где у нее эти подушечки на лапках. Она, бедная, его там выгрызала. Собачкам, которые дома, тем, конечно, проще. А которые на улице. Я даже не знаю. Но зато она с таким аппетитом покушала. Сразу быстренько пошла в лёжку. Она не спит у меня в будке. Будка ей тесноватая, поэтому у нее там в сарае свой угол. Там отгорожена ей, наложена туда стенка. И она там спит. Ей там очень нравится. Так, мешаем. Все растворилось хорошенько. Так, сейчас побольше огонек, чтобы закипело. Так, и ждем. Ждем. Ждем, когда закипит. Вот такая красота у нас получается. И главное, что полезно очень. Там, по-моему, в состав еще входит имбирь вроде бы. Может, корица, гвоздика. Но я точно не помню. Там на коробке было написано. Но я уже забыла. Это как-то было, наверное, еще по весне. Но там такая приличная коробка. Вот эта баночка от цикория у меня была полная. Сейчас, смотрите, там осталось уже меньше половины этой баночки. Но запах просто обалденный. Надо обязательно закрывать крышечкой, чтобы запахи не улетучивались. Так, теперь ждем, когда закипит. Главное не прозевать, чтобы не пробежала на плиту наша вкуснятина. Вот уже начинает потихоньку шевелиться. Вот такая красота у нас получается. Смотрите, ну, неудобно мне левой рукой и снимать, и мешать, и горячо со всех сторон. Ну, что не сделаешь ради любимых подписчиков, которые смотрят мои видео. Большое вам спасибо за то, что подписались на мой канал, смотрите его. Хотелось бы, конечно, побольше подписчиков, побольше просмотров. Но ничего страшного, сколько есть, столько есть. И этим спасибо большое. Так, вот, девочки, мальчики, смотрите. Закипает. Так, закипает уже. Так, повернем ручку сюда, чтобы было удобнее спасать, если вдруг начнет бежать. Так, мешаем.
Вот уже начинает булькать. Может, еще добавить маньку, чтобы было быстрее. Вот уже такая пенка сверху собирается. Ой, горячо, когда большой огонь, очень горячо в пальцы. Так, давай, закипай. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится за красота. И сейчас с каким-нибудь фиником. Или с кусочком горького шоколада. Вот это будет настоящая вкуснятина. Так, еще осталось совсем чуть-чуть. Уже бульки идут. Ой, горячо. Булькает потихоньку. Так, сейчас поднимется шапочка такая красивая. Вот уже начинает. Так, держим за ручку, чтобы не прозевать. Так, сейчас мы приготовим с вами вкуснейший и полезнейший напиток, который называется латте куркума. Вот, смотрите, красота какая. Пеночка поднимается шапочка. Ждем еще немножко. Так, ждем. О, смотрите, как красиво. Вау, какая красота! Просто обалдеть! Так, ждем. Так, и снимаем с огня. Смотрите, снимаем. Сейчас шапочка осядет немножко. Оседает. Ой, порог на вас идет. Так, шапочка осела. И ставим еще раз на огонь. Так. Поднимается. О, все, снимаем. Вот, смотрите, какая получилась красота у нас. И сейчас выливаем в чашечку. О, какая красота! Обалдеть! Смотрите, какая получилась красота у нас. Латте куркума. Вот, смотрите. Правда, телефон не передает цвет. Ой, и так не передает напротив окна. И так и сяк. Непонятно, как его вам показать. Вот видите, такого лимонного красивого цвета. Всем приятного чаепития, кто вместе с нами пьет чаек. Спасибо большое, что посмотрели. Всем крепкого здоровья, успехов, всего наилучшего. Всем пока!